большинство, кто долго меня же давным-давно смотрит и рассматривает, у меня был синий Карус. Вот теперь посмотрите, какой у меня красавец, эксклюзивный автобус, как поменялся, теперь стал. Очень хороший, очень красивый. И также я вам хочу представить своих друзей. Со мной сейчас катается Никитос и Александр. Никитос и Саша. Всем здравствуйте. Вот. Ник и фамилию я его там не буду рассказывать. А ну-ка, заведи его. Ля, крутится! Этот. Да, да, сзади. А ну вот, вылези. Да, вот, посмотри. Включи его. Нет, ты заведи его и включи теперь. Он это. Обалдеть. Вот выйди сзади. А у меня... Я вижу, вижу. Вот. Интересно, а у меня он так же крутится или нет? Посмотри, что у тебя. А ну, давай, включи респам свой, вытаскивай свой вперед. И покажем мы вам сейчас снова. Да выкатывай вперед его тоже, а ну-ка. Закрывай, Санек, все. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим на 500. Вот новая модель, которая у нас вышла. Вот, мы сейчас посмотрим на ней, как на ней. То есть, это... 256-54, вот тоже. Alt нажми, и это зад откроешь, Никита. Да, я понял, я знаю. Вот да, у нас очень интересный автобус, очень хороший, блин. Тю-тю, да. Тю-тю, дядя, дядя, просыпайся, дядя в шортиках. Сейчас еще дверь открою. Ебать, а? Давай, давай, все открывай. И вверх. А сзади открыл? А ну. Да, смотрите, здесь крутится. А ну-ка дай. Да, вот вижу, да. Здесь, кстати, дизелизированнее, чем там. А? Ну, это новая модель. Вы здесь хуже детализация, чем там. Посмотри. Намного лучше. Видишь, какая? Ой, чай. Не, ну у меня же такой есть тоже. Я знаю. Вот. Вот надо на новую еще заработать. Еще купить один какой-нибудь Икарус. 260 вот этот купить. Посмотреть его детализацию, вообще кайф. А впереди что-то нет, только вот этот открывается, все, да? Вообще кайф, да? Все, Никит, ставь, поехали тогда. Это. А ну-ка, Сань, ты попробуй ножи сесть, сядешь вперед. А? Ножи вперед, нет, туда, вперед. Я могу. Нет? Все, значит, отменили, да, эту херню. А интересно, а меня на можно сидеть садиться? Мне тут тоже сидушка вон, похоже. Не, ну оно же должно, по идее, садиться, вот здесь сидушка, что впереди есть. Все, закрывай, Никита. Вот даже колесо, ля, там есть, даже вот в этом бачке достал колесо и починил. Садись. Где Владислав? Где Владислав? Да, Владислав, где интересно? Владислава ждем. Где он? Подожди, сейчас мы его наберем, подожди, где он? Да харе сигналит.
блядь, что у меня мышка не работает. Слово. О. Вот бы еще были очки на нем. Что-то мышка села. Сам себя сказал, а не сейчас занят. А, занят, сам поехал. Сам сказал, а поехали. Сейчас снять еще, у меня денег, 48 рублей осталось. Поехали, да, на мусор носу. Куда поедем? Больше на копейки сниму. Нормальная краска, что не нравится? Обычная краска. Частный автобус это мой. Че за краска, да? А, сейчас пойду вентилятор включу. Сейчас отошу. Там пацана, короче, автобус видел, расхуяли. Фото может глянуть. Фото может глянуть. В чатике сегодня. Просто взяли инкассатора и расхуярили. В чатике. Сколько? В Дискорде, да. Он ездил по маршруту, короче, его расхуярили, понял полностью. Разъебали. Видел, какой у меня автобус суперфирменный, Миша? Да, это вот у нас этого шаг вот этот новенького, который. Все, короче, запомнил, если мы ты к нам приедешь, будешь фармить с нами, не хочешь покататься? Не, мужики, сейчас нет, у нас тут сейчас сборы, я сейчас вообще сезон на 30 минут. Чем-то позже, если можешь посоединить. Ну давай, все, давай. Мы сегодня шкармом занимаемся. Я понял, давайте, удачи. Давай. Краска. Понял? А? Краска такая. Эксклюзивная, сказал бы. А что звучание какое-то, хер поймешь? Да? Да. Я знаю, что это за херня. Я же разобрался.
ноутбук. Не заезжай туда, не надо, там шеди, авто будет респамиться. Нет, вот с этой стороны не спамится, вот с этой. Вот с этой стороны не спамится, правда? Нет, серьезно. Это только с той стороны. Хочешь, прошу, бить давай. Что, мирно берем? Давайте мирно берем. Мирно. Да, Никита, блин, говори в Дискорде, не надо в чате говорить. Тебя и так слышно. Что вы сказали? Мирно. А чё я не могу сесть? Где моя тачка? А чё? Это моя. Это моя. Вон она твоя, блин. Чё ты мне? Я все попутали в своей тачке. Вот видишь, ты заехал неудобно, уезжай, блин. Сейчас, как всегда, у меня все попиздят, блядь. Goodbye. Ну так-то фоткаться с петелями, а? Фоткаться не будем? Да давай, Никита, куда ты полетел? Стой там возле угольной шахты. Угольная шахта стоит. Полетел, блин. Видал, сразу газ дал. Давайте прям на угольную шахту. Куда ты поехал? Где ты там? Где угольная шахта? Стою вон. Первая шахта. Прям на угольную заезжай. Заезжай прям туда. Мусор забираем. Мил. Туда. Сфоткаться. Да. Эй, как, стой. Заедешь? Нету так. Не надо заезжать. Ё, пищалка! Это на морозе такая штука. Да. Опа. Все, поехали. Фоткала? Ё, просто у меня ноутбук запущается. Я не смогу читать. Я на ютубе не смогу читать, короче. Сообщение сейчас. Поняли. Давай. Я от вас поехал подальше. Я от вас и дальше поехал. Езжайте. Я крутой. Я крутой, блин. Я цех только крутых, куда ты умеешь. Еще ничего. Крутить, блин. Узелок развяжется, узелок завяжется, а Никитка он такой, есть только-только кажется. Знаешь такую песню, Никитас? Бля, а кто там забрал, блядь, бак? Больница, блядь. Больница? Да. Рустам какой-то, да? А что-то мне вот эта картинка не показывает. Нужно на тройку нажать. Не знаю, читать надо. Все, я понял. Все, появилось. Это тебе за то, чтобы у начальника не забирать баки, понял? Вот меньше будете забирать. Бля, где бак? Что-то я не сюда приехал. Уступите начальника и получите 5000 рублей. Я тут вообще даже ни одного бака еще не собрал. Юперы так. А я только нашел один бак, он собираю. Я только катаюсь и все, блин. Бензин трачу, все, пока без. И нервы. Да. А как с вами можно работать? Скажи, пожалуйста. Я не знаю, как там. Ни одного бака еще не собрать. Вот, наверное, там уже 3-4 собрали, а? Уже второй. Я уже. Можно обратно. Я уже здесь собрал. Чё ты, ага. Он может, блин, 10 собрать.
наверное, заработал. Я так и гонщик такой. Ну да, гонщик. А, особенно все, когда в одном месте собираются, это вообще. Особенно гонщик. Вагончик, блин. Я помню, как Саня один раз проиграл, когда я... Как ты да ты специально ездил, бля, где я ездил, там и ты, бля, по стриму подсматриваешь, блин. Это да, я вспомнил, не, я там не ездил, я куда-то там просто заехал в этот восточный поселок и там катался. Да. А Никитос потом к нам прилетел, блин, когда мы с тобой там катались, собирали, да? Вот сейчас вот Никитос здесь 100% рядом со мной и собирает, блин. Видишь, там кто-то проехал у улицы Ломоносова. Я поехал вообще на левый берег Дона. Левый берег Дона. Чайки плачут из-за Дона. Пойду автобусы посмотрю, там сколько стоит. Я поехал вот в одно место, там сразу три штучки стоят. Я сейчас... Мне кажется, сейчас кто-то у кого-то подсматривает, да? Да, 100%. Это 100%. Я даже догадывался. Бля, вот тут он подпрыгнул. Имя не будем говорить, пальцы не показаны, некрасиво. Да. Нет бы, наоборот, директору дал бы, чтобы он собрал побольше денег, заработал быстрее, да? А нет, он, блядь. Надо специально, чтобы он ничего не заработал, понял? Сань. Да, понял. Я уже третий банк уже забираю. Ой, четвертый уже. Я только один забрал еле-еле. Вот сейчас второй буду. Хер знает где. Меня слышно? А. Слышно меня? Да. Ну там Никитка катается. Ага. За мной я не знаю, ехать, Никита, собирайте там, блин, что вы за мной едете? Я не езжу, я помню, что там места, где можно задумиться просто, если не надо. Да, отмазки, блин. Я тоже знаю все места, где можно собрать мусор, блин. А вон Никита едет. А то я сейчас специально за тобой буду ездить, кататься. И все у тебя буду забирать. И буду все у тебя баки забирать, хочешь? А, давай, попробуй. Ты с этой догони меня с пивом, ёптя. Ты меня не догонишь. Скажи, знаешь что, Никита, скажи спасибо, что у меня стрим. Если бы у меня стрима не было, я бы тебя догнал и перегнал бы. Согласись бы, Санька, со мной? Согласен, Сань, со мной? Согласен. А так как у меня Никита стрим, блин, потому что у меня FPS снижается, и, блин, и меньше у меня это, больше вероятности, что я могу быстро ездить. Поэтому я не могу тебя догнать. А так я тебя бы догнал бы, спокойно. Еще бы обогнал бы, еще бы. И еще бы пендаля бы дал бы где-нибудь. Да. Кто там на ютубе что-то пишет, да? Я могу лететь, если не надо. Ну да, смотри, Сань. Что говори. Сейчас. Свитель будет. Да, давай. Ну, кто-то вышел. Бля, а ну-ка. А как попробовать сюда чат захерячить? Можешь как-то? Не, еще никто не писал. Ага, что? Я поем, кто забрал? Никита там у гаражей, да? Да. Третий, давай, зеленый. Спасибо. Можешь лезть у меня. Бля, не так. Давай быстрее. Погнали. Следующий бачок. А чё, прикольно так поработать? Нет, Сань, пока никто не пишет. А. Пока никто не пишет. Да, я услышал. А ну, попробуй сейчас на YouTube это, за этот...
и это вставить его, это скопировать чат. Что вставить? Ну, в монтажку сейчас попробую. Сейчас зайдем, сейчас где у меня тут. Ну-ка, давайте. И там же можно... Сейчас увидишь, на этом процесс все увидишь. Уж получится. Ну давай. Показывай. Волшебник. Так. Я вот заявил уже, ребят. А вот что интересно. Открываем. У меня уже 8, сейчас 9 пойдет. Вот он. Вот он наш чат. Вот он. Сейчас 9. Мне, кстати, 13 уже скоро. Вот он. Вот он наш. Мне 912 XP осталось. Вот он. 13, а где чат? Мне, кстати, 13 уже скоро. Вот он. Вот он наш. Мне 912 XP осталось. Вот он. А где чат? Мне, кстати, 13 уже скоро. Вот он. Вот он наш. Мне 912 XP осталось. Вот он. А где чат? Мне, кстати, 13 уже скоро. Вот он. Мне 913 XP осталось. Вот он. 13 уже скоро. Мне 913 XP осталось. Да, где торбон? Мне 13 уже скоро. Мне 913 XP осталось. Да, где торбон? Мне 13 уже скоро. Мне 913 XP осталось. Да, где торбон? Ждать? Да. Или езжай дальше? Хорошо. Ну не, хочешь езжай, чтоб не ждать этот. А чё если, а если кодировку посмотреть, эта страница, как это, CTRL? Я не помню как. Не, CTRL... XF11. Нет, ну да, нет, U там пишет, CTRL плюс U. А не. Ну если я кодировку её сейчас... Если я сейчас кодирую... Кодировка XF11. Ну, CTRL у меня U написано. Опа. Стерео. У, да? Есть. А теперь заходим на этот. Дашку. Где здесь настройки? Где там? Опа. И вот сюда вводим чат. А ну-ка, сейчас попробую. Блять, не вставилось что-то. Деньги сколько собрал? 8. Что у тебя осталось? Бля, так надо же сделать, да? Чтоб видно было. Ну, у меня не высветится, видишь, здесь на МТшке. Вот как мне вот скопировать вот это? 17 тысяч? Кстати, неплохо. Открыть в новом компе. Так, теперь приложение. Обратно я там где собирал. Угу. А, вот. Хотя нет, слушай, на левый можно. Попробовать. Во! Блядь, нихуя не. А ну-ка, напиши что-нибудь, попробуй. Сейчас, секунду. У меня. Написал? Да, можно ехать. Да, написал. Нихера. Да. А все, не пришло? Да,
Да посмотри, сколько у меня забывать сейчас. Стерео, если я скопировал сейчас. А ну-ка теперь. Вот так. Нас. Где сейчас они? На этом? Там, где автобусы покупать? Да, да. Тогда там чуть дальше отъеду. Правильно, мое место это нечего, мое место там делать. Там на твоем месте ничего и нету. Да, появится. Выдерживаться. Нету нихуя, видишь, я не могу сюда вставить. Вот как мне сделать, чтобы я отдельно окно еще смотрел? Не знаю. Я никогда даже такого не слышал, как же. Первый раз. Не, можно как-то вывести на другой экран, а как на другой экран вывести YouTube? А сейчас, например, я телевизор сейчас подсоединю, да, например? Вот, а как? Можно. А? Можно же так, типа, туда перенести. Ну да, как? Как мне перенести его? Дублировка. Шкваешь вверх, перетаскиваешь либо в бок, не знаю.